История иногда повторяется, но подчас как в кривом зеркале. Новый скандал вокруг театра на Таганке, который вроде бы все-таки решил покинуть худрук Юрий Любимов. Но причина на этот раз не конфликт с властью, а конфликт с труппой. В деталях разбирался мой коллега Константин Мацан. Спасибо, Маша. В этот раз яблоком раздора стали гонорары. По сообщениям СМИ, на гастролях в Чехии, где театр участвовал в фестивале, актеры чуть ли не устроили забастовку, отказались репетировать, пока Любимов не выплатит им деньги, которые специально для них передал организатор фестиваля. Получив такой ультиматум, Любимов деньги выдал, но заявил, что из театра уходит. Однако сами актеры такую версию событий опровергают. Вот что нам сказала заслуженная артистка России Татьяна Сидоренко. Бог с ними, с этими деньгами. Но как можно говорить, что артисты выставили ультиматум и сказали, что не будут репетировать, а потом не будут играть спектакль? Вот это нас вывело абсолютно из колеи. Не могут артисты театра на Таганке предать страну, предать Россию, предать родину. Не могло этого быть в принципе. СМИ публикуют со слов Любимова. Это ложь. Не было ультиматума. Не было заявления, что мы не будем репетировать. Не было заявления, что мы не будем играть в спектакль. Что было? Просто люди сказали: Юрий Петрович, заплатите за работу. Была просто просьба. Также Татьяна Сидоренко считает, что такая ситуация могла бы произойти в любой момент уже давно. И то, что случилось она только сейчас, просто случайность. Что называется, накопилось. Как видно, накопилось и у худрука, но, по мнению актеров, вряд ли Любимов уйдет. По их словам, худрук находит повод уйти чуть ли не каждый год, и всякий раз ничего не происходит. И официального заявления в Департамент культуры города Москвы пока от режиссера не поступало. А сами актеры, по собственному признанию, уже даже и не знают, хотят они, чтобы Любимов ушел. Оно и понятно, слишком уж он сросся с театром. Но, может, отчасти именно такое положение абсолютного монарха и является причиной нынешнего конфликта. Так считает, например, народный артист России Феликс Антипов. Дело не в деньгах. Вот это отношение к артистам достигло такого предела, что они уже больше просто и не могут это терпеть. И Юрий Петрович, наверное, Каталин тоже, возмутило то, что вдруг эти холопы, эти хамы, эти быдла подняли голову. И мало того, еще предъявляют какие-то требования. Кто они такие? Как это? Что это вдруг? Вот что же их возмутило, а не то, что, ну, конечно, и жалко было отдавать деньги. Как видно, артисты театра подчеркивают, что дело не в деньгах, но, судя по ходу событий, точнее было бы сказать, не только в них. Маша. Спасибо, Костя. Мой коллега Константин Мацан отмечает только, что как часто сегодня в новостях и под разным соусом возникает конфигурация предательства Родины.